было сетим, то есть акации во множественном числе. Появилось слово, в иврите было шетим, появилось слово сетим. Это именно это дело. Чем оно интересно? Вы меня спросите, хорошо, если нет цветов, нет плодов, то как оно размножается? Оно должно как-то размножаться. Размножается оно совершенно удивительным образом. Вот, кстати, слово акасиниковая пальма. Видите, подвешенные вот эти вот желтые такие кисти, это все финики, которые, кстати, уже собирают урожай. Здесь, в жарких местах, у них зреют быстрее.